Okay. I'm calling to you from Science Academy in the 20th floor. And this is Criminal Nuclear War Systems Conference that sends you greetings on your 70 years birthday. Can you hear us? Christopher? Hello? Hello, I'm here. Congratulations on your anniversary from Latvia, Riga. From Science Academy, top floor. We're viewing it all for you all around here. Can't hear you. Hello. Okay. Здравствуйте. Я только что позвонила Кристоферу Базбису. Это профессор английский по рискам радиации, всемирно известный гений, которого вы можете найти и на Ютубе во многих роликах, если вы напишете Кристофер С и Хо. Кристофер и П и Хо. И Басби как Бусби. И это человек, который изменил улучшил нашу защиту от радиации, от запыления радиоактивными изотопами, которые уже примерно 40 лет падают на наши головы, и мы имеем эти изотопы и в воде, и в воздухе, и в земле. И Кристофер Басби помог нам защититься от них, создав такую модель. Это модель European Committee on Radiation Risk, Европейского комитета по рискам радиации. И она показывает, как правильно оценить риски радиоактивных запылений в нашей среде. И она полагается на эпидемиологические студии заболевших людей в загрязненных территориях. И эта книга одна из самых важных по защите от радиации в мире, потому что она как раз показывает эту модель, которая правильно мерит, предсказывает риски радиации. И, к сожалению, она не используется в мире государственными институциями, и потому у нас такое плачевное состояние со здоровьем. Также с заболеваниями рака и кардиоваскулярными заболеваниями. Но сегодня тут мы собрались как раз потому, что сегодня 1 сентября 1945 году родился Кристофер Басби, а сегодня по языческому календарю 12015 год. И сегодня, 1 сентября, мы начинаем тут неделю работы. Конференция уже вторая. Первая конференция была на английском языке, это на русском языке, чтобы обе группы англо- и русскоговорящих могли узнать все это важное, всю эту важную информацию. И, значит, эта международная конференция называется «Криминализуя системы
атомной войны. И значит, криминализуя системы атомной войны, что же это за системы? Атомная война. Ее ведь нету, большинство подумает. Это не мое дело. Но если посмотреть карты подземных взрывов, которые называются научными тестами атомных бомб, которые тестируются под землей, то больше всех понесла потери огромная Россия и наш регион Балтийского моря, так как у нас самое радиоактивное море в мире. И потому мы тут занимаемся этим вопросом. И конференция, значит, организуется фондом по исследованиям о рисках радиации. И вы этот фонд можете найти на ifrrr.org латинскими буквами. И ее организует как раз в Риге комиссия защиты среды общества коренных жителей Латвии. Латвия Шубедрейба. Латышское общество. И у них домашний сайт называется labie.org латинскими буквами. И цель конференции – создать платформу для независимых исследований для жизни на Земле и в экзистенциально важной сфере, предлагая надежные системы науки о рисках радиации, которая создала угрозу планетарной атомной войны. И такая угроза планетарной атомной войны, которая сейчас с эскалацией в Украине грозит всему миру, она совершенно недопустима, нечеловечна, нехуманна и парадоксальна. Очевидно, невероятно, что такой риск создан. И цель этой конференции – взять этот риск под контроль и создать методику, как этот риск, если не уничтожить, то максимально уменьшить. И стратегия состоит в избежании коррумпированных исследований, финансированных глобальными корпорациями, и в создании истинно правдивых исследований, лояльных интересам коренных жителей любой местности. И методика конференции состоит в видеопрезентациях членов программного комитета через Skype и интернет, охватывая круг специалистов со всего света, собраниями изумительных научных работ от критически важных, по критически важным темам и параметрам создания надежных систем. И тут мы хотим как раз проявить, что это не только наука физики или химии о радиоактивных веществах, но это очень обширная системная матрица, в которой включены и финансовые, и экономические системы, и психологические системы, и системы ресурсовой базы, и распределения ресурсов, и системы администрации всемирного порядка нового, и системы юридические, какие они сейчас в новом мире поставлены по римской юридической системе. Но также туда входят и исконно коренные законы. И как раз надежда в методике, которой будем работать сегодня и всю неделю, как и в предыдущей неделю первой конференции, это методика
работы с правами коренных жителей. Объединенные нации предлагают защиту коренным жителям по правам, которые им исконно приходится жить по исконным законам, по законам Божьим, И потому, возвращаясь к исконным законам и группам, которые сохранили эти знания, эти божественные знания, и разрешая этим группам создавать порядок, мы можем децентрифугировать эту безбожно рискованную систему и поставить ее в гармонию. И для этого мы будем использовать каждый день мы будем работать научно лишь пару часов, чтобы было и время для отдыха, и тишины, и разговоры с высшими силами, и будем также создавать ритуалы, в которых мы будем в одном тоне с высшими силами, потому что люди сейчас ничему больше не хотят верить. Но действительно, система уже такой беспорядок сделала, что без высших сил нам тут никак не справиться. И наш разговор с высшими силами – одна из самых важных частиц этой конференции. И в субботу как раз будет семинар о том, как быть в контакте с высшими силами, какая там методика. Также особый день у нас просматривает матрицу систем ядерной войны. Также мы просматриваем риски ядерного загрязнения и какова там физика и химия, и какие там специалисты. Но мы также будем работать один день с вопросом ресурсов и минералов, и кому они принадлежат, эти минералы, и как Евросоюз был создан как раз на Лейгумс, как это? Договор. На договоре Евратома, в котором самым главным является захват всех минералов Союза в пользование Еврокомиссии, которая вообще не парламентарно выбрана, да? И также будем фокусировать на методику коренных жителей и их права. И в четвертый день конференции будем работать сугубо юридическими аспектами криминальных факторов систем ядерной войны и ядерной индустрии. В пятый день конференции будем работать с системами, которые решают эти проблемы. Каково решение, каковы параметры и как нам поставить хорошую систему,
которая будет системой мира, любви, благополучия и экологической гармонии. И шестой день как раз будет днем методики контакта с высшими силами, и тогда и будут ритуалы. И также будет замечательный вечер с фольклорными танцами и песнями. Последние дни будем проводить на языческом хуторе, водить хороводы вокруг дуба и прогуливаться в роще берез. И как раз прекрасная природа, она неизмеримо мудра. И как раз в контакте с ней и с высшими силами мы сможем очистить нашу матушку-землю и остановить безумие нагревающих планов военных конспираций. Последний день с нами будет сам профессор Кристофер Басби. Он приезжает из Англии в субботу, и тогда он подробно расскажет об этой модели, которую я показала вам, Европейского комитета рисков радиации. И вечером мы будем его прославлять и славить, его 70-летие, за большим столом на хуторе, на прекрасной природе зеленой матушки Латвии. И большое вам спасибо за внимание, и просмотрите следующие ролики, и да будем мы вместе воссоздавать гармонию природы. Спасибо.